Рассмотрим этапы и экономику программ с побочкам. Пошаговый алгоритм процедуры и экономику классического парения в кедровой бочке мы описали в приложении к курсу. Здесь мы представили реальный вариант дохода среднестатистического кабинета с кедровой бочкой в фитнес-центрах, бассейнах, акватермальных комплексах или частных спа-кабинетах. У нас для вас отличная новость. Сейчас действует акция на покупку кедровой бочки от компании «Фитородник». Для зрителей канала действует скидка 5%, а также подарки при покупке фитобочки на сумму 3000 рублей. Переходите по ссылке в описании и выбирайте настоящую кедровую бочку для дома и для бизнеса. Рассмотрим тему этапы программ с побочкам. Для себя выделим два этапа основных и один дополнительный. Первый важный этап – это подготовка самого кабинета и кедровой бочки к процедуре. Второй важный и главный этап – это проведение процедуры в кедровой бочке. И третий этап – это когда клиент уже ушел, и мы выделяем время на уборку помещения и клининг оборудования. Вот для себя отметим, что базовая схема этих мероприятий занимает в среднем час. Из них 20 минут идет на подготовку, 30 минут идет на уборку помещения и 10-15 минут идет на клининг. Значит, при планирование проведения процедур, полноценных процедур, в рамке записи у администраторов у нас должно стоять время ровно час. Для нас это очень важно, потому что, зная, что, допустим, 10 предприятий работает 10 часов, мы должны с вами видеть, что мы можем провести в одной бочке 10 процедур. Но это усредненная технология. Если мы с вами возьмем процедуры на лакшери-класс или VIP-процедуры, процедуры для middle-класса, средний уровень процедуры, там время, конечно, будет больше, оно будет другое и рассчитывается исключительно из потоков. Но здесь хочется обратить ваше внимание, как складываются 30 минут процедуры, которые идут в программах масс-маркет. Знакомство и диагностика состояния клиента 5 минут. Очень часто человек, когда заходит, мы стараемся его максимально быстро буквально воткнуть в эту кедровую бочку. На самом деле очень рекомендуется выделить некоторые 5 минут на первичную диагностику. Здесь вы задаете самые простые вопросы, связанные с показаниями, противопоказаниями, состоянием клиента, желанием его париться, узнаете его любимую температуру парения, комфортную, насколько он раньше где парился, что чувствовал, есть ли у него аллергия на травы и так далее. Проведение самой процедуры 15-20 минут. Хотя само парение длится в среднем 15 минут, мы иногда ставим 20, потому что человек должен сесть, разместиться и также аккуратно выйти. Да? Вот это очень важный момент. И практика показывает, что если сама процедура идет 15 минут, то на то, чтобы войти и выйти из бочки, мы бронируем 20 минут. Обязательно время мы выделяем на душ, если душ находится внутри зоны нашего спа-кабинета, а не общий. Одевание, переодевание, прощание, уборка и проветривание помещения входит в обязательные действия спа-мастера. То есть спа-мастер после того, как человек ушел, убирает расходные материалы, наводит общий порядок с инструментом, и на это выделяется 10 минут. После этого, только после этого заходит клининг, моет пол, обрабатывает бочку и в течение 10 минут далее готовит бочку к следующему клиенту. Вот это очень важный момент в этапах проведения программы, о которых я вам сегодня хотела рассказать. Таким образом, мы выделяем с вами некую экономию
экономику, при какой экономике, как можно рассчитать доходность нашей кедровой бочки. Да? То есть если наш с вами центр работы с 9 утра до 9 вечера, то это вот может быть 12 часов. Рыночная средняя стоимость 300 рублей. И дальше самая элементарная простая экономика с самой элементарной простой процедурой, скажем, самый нижний уровень 54 тысячи рублей в месяц мы можем иметь с этой кедровой бочки, если мы обеспечиваем ей хорошую проходимость, то есть создаем все условия, чтобы бочка наша с вами использовалась максимально, была расписана и не простаивала вообще. Вот таким образом до 50 тысяч в месяц мы с нее можем зарабатывать. Здесь нужен все равно маркетинг, нужны всевозможные программы лояльности, нужны скидки, стоит должно 500, мы скидываем до 300, то есть это вся программа маркетинга должна работать на эту кедровую бочку, чтобы она обслуживалась интенсивно и приносила нам минимальный доход. Максимальный доход до 200 тысяч в месяц с одной бочки возникает в том случае, когда мы с вами создаем так называемые услуги масс-маркет. Услуги масс-маркет переводим в middle class. И тогда наша процедура стоит в интервале от 500 до 1500 рублей и включает в себя внутри кабинета чайную церемонию, комплекс травяных укутываний, двойное парение и так далее, то время процедуры может, соответственно, уже перейти в другое качество. Поэтому правильно совсем указать этапы парения можно только в том случае, когда мы с вами будем видеть нашу целевую аудиторию, нашу фокус-группу, наши запросы и наши возможные технологические предложения. Укрупненно мы статистически для себя вывели следующее, что потенциал дохода, именно дохода с нашей кедровой бочки с одной от 50 до 200 тысяч рублей в месяц, в зависимости от того, насколько мы грамотно, интересно и профессионально составим предложение парения в кедровой бочке.